Ну а в Центре поддержки молодежных инициатив решили поддержать техническое творчество для Нринмара. Направление необычное и новое. Подробности далее. Постройкой мотоцикла как предметом искусства занимаются на протяжении нескольких лет двое нринмарских парней-кастомайзеров. Это те, кто собирают или модернизируют мотоциклы и автомобили, или делают тюнинг. Именно таких творцов и решили поддержать в молодежном центре. Мы нашли вот этих двух ребят замечательных. Узнал я, что они вот собирают технику, работают своими руками, работают там не для коммерции, а для себя именно. Хотят этим заниматься. У нас на тот момент был гараж, есть он сейчас гараж теплый, отапливаемый. Это, в принципе, основное условие, которое нужно, чтобы было тепло, сухо и было где заниматься. Вот. Именно в этом гараже молодые кастомайзеры творят чудеса, превращая машину в автовоплощение своей личности. Николай с детства влюблен в технику прошлого столетия. Все это новомодное, оно как-то бесформенно, безжизненно, нету души. Этот серый металл, это черное. Ну, если, грубо говоря, о машинах, например, это вот это, как сказать, все с завода. Вот. Наштамповали кучу и погнали. Вот. Поэтому как-то мне это не нравится. Мне нравится больше вот все, что было в старину. Тогда и машины лучше были. В качестве сердца мотоцикла ретро-любитель использовал двигатель 66-го года. Перед тем, как делать, я очень много информации изучил. И с технической стороны, то есть правильная геометрия, при которой будут работать те или иные узлы. И вообще внешний вид, как делают люди. Потому что в России это вот уже развиваться начало. Сейчас много кто делает мотоциклы. В Нринмаре видел тоже пару мотоциклов, которые делали своими руками. Вот. И когда смотришь на как другие делают, воображение играет. Воображение играет и у его друга и соратника Ивана Тетерина. Кстати, Иван умеет делать автомобиль в редком для Нринмара стиле автокультуры. Да, это первый автомобиль, первый в Нринмаре в стиле стенс-культуры. А что такое стенс-культура? Стенс-культура – это такой вид тюнинга. Стенс в переводе с английского «посадка» – это заниженный на самое брюхо автомобиль и расположение колес в арках. Поклонники стенс-культуры на своих стенс-карах осознанно жертвуют быстрым и комфортным передвижением по дорогам, отдавая дань стилю и культуре в целом. Ирина Цепетова, Любовь Пермякова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».